Всем доброго времени суток, хорошего настроения, позитивчика, мира неба над головой. Вот решил перекусить вот. Икра из баклажанов. Опа. И курочка. На хлеб сейчас намазю малость так. Через блендер 7 из 10, приятно всем аппетита. А сам вот пришел, от моя приготовила икру тоже баклажанную. Не блендер, а так вот. На морковка, и перчик, и баклажанчики, и все остальное. Намного вкуснее. Магазин и домашний вместе ассорти. У сосисок получше. Пока зелень в огороде растет, надо витаминчики. Ты потом не укупишь нифига. Это не к месту, просто к позитиву. Еще цветочек у нас остался. Скинул. Какая прелесть. Это за кусок, понимаю. Вкусненько. Будь у тебя здравым.